Так он в багажник поместит. Для меня маленький. Нам бы понять, как он работает, и все, по идее. И как бензин. Сейчас вот это, да? А бензин, правда, какой туда? Бензин сотый с разбавленным маслом. А масло в какой пропорции? От 30 грамм на 5 литров. Сколько банк? 5 литров? Нет, здесь литр 2,5. 5 литров. Он может ехать 60-70 км в час. Берем. Да, я тоже. Костян, тебе в самый раз. Сейчас, погнали! Дядь, его назвали Лунтиком. Я родился. Типа в багажник чек и поехал. Вообще как родненький. Также кнопочки, которые там есть. Вот и попался ты, дружок. А ну-ка запечатлите его. Фу, фу. Леша сегодня будет дома стримить. Он там помогал Аньке, потом ему нужно Илюхе помочь. Завтра с ним увидимся. Завтра для вас тоже контентик уже подготовлен. Мы потратили 100 тысяч рублей. Давай. Все, больше ничего не скажу. Но еще самолет. Самолет тоже есть. Самолет и еще кое-что, что 75 км в час разгоняет. Что за учебное заведение? БУУ пишет. Московский городской университет. Ну, по-любому, кто-то сейчас есть в чате, кто тут учится. Чел идет. По-любому смотрит. Костя! Макс! Лё! Макс, на Макс отозвался. Мне кажется, его вообще ни Макса, ни Лёха и ни Костя зовут. Он просто такой ради приличия. Тамара. Ой, Костя, именно босс, начальник едет. Начальник фермы. Начальник базы. И швейной, и фурнитуры. Вам понравился этот трек? Что, поехали? Такая у нас гоночная, конечно, это коалиция. Гонщик номер один готов? Да. Гонщик номер два. Подожди. Слышите, когда сзади Феррари приезжает, тогда начинаем вызывать. Раз, два. О, поезд! Мы прям как байкеры! Байкеры, мы широкеры из Марса! Байкеры, мы широкеры из Марса! Ааа, рок! No, там... Раф! Вот теперь я познал всю кайф вот этого, что мы купили. Отличная ситуация на дороге. Соня! Вот он там. Нормально. По дорогам уже ездим. Ой-ой-ой. А куда ты? Соша! Давайте переедем на туда, в сторону. А! Клоуны реально собрались на машинах своих. Он нас клоунами назвал. Влад, ты устал? По нему видно, что он устал. Там искры. Да чел на дороге вышел такой, уй. Бензин кончился. Бензин? I said.